Всем доброго времени суток, это Gadget X. Во время серии вопросов и ответов, проходящей в прямом эфире, вице-президент подразделения программного обеспечения MIUI компании Xiaomi Хуан Лонжун рассказал некоторые подробности о следующей версии фирменной прошивки. В частности, он подтвердил, что MIUI 10 или MIUI X, компания еще не определилась с названием, появится позже в этом году. Представитель Xiaomi заявил, что стабильная версия MIUI 9 уже доступна на 27 устройствах, а в скором времени прошивка выйдет еще для ряда аппаратов третьей волны. По его мнению, этого достаточно, чтобы бросить основные усилия на создание следующей версии. В ходе трансляции Хуан Лонжун попросил пользователей написать, что они хотели бы увидеть в десятке. В одном из предыдущих интервью Хуан Лонжун рассказал, что в MIUI 10 они сосредоточатся на технологиях искусственного интеллекта, а о каких-либо конкретных нововведениях пока ничего не сообщается. Также неизвестна точная дата релиза новой MIUI 10.